В Ивановском районе в ДТП погиб ребенок. Трагедия произошла в воскресенье недалеко от деревни Никульская. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на встречку и столкнулся с большегрузом Volvo. В салоне Toyota на момент аварии находились дети. Все они получили травмы и были госпитализированы. Девочка-подросток, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась в медучреждении. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.